Тбилиси вечером 31 мая несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в связи с приговором по делу об убийстве двоих школьников в декабре 2017 года. Сперва протестующие, среди которых был отец одного из погибших детей, вышли на акцию к зданию главной прокуратуры. После этого глава ведомства Иракли Шатадзе подал в отставку. Затем митинг переместился к зданию парламента. Протестующие стали требовать отставки правительства Грузии, а также привлечения к уголовной ответственности Шатадзе, отца одного из подозреваемых, который работал в прокуратуре и, по мнению отца погибшего ребенка, покрывал убийц. Как сообщает Интерфакс, демонстранты пригрозили властям радикализацией протеста в случае, если их требования не будут выполнены в течение 2 часов. Этот срок истек в 21 час МСК. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вышел к протестующим, но его, как сообщает агентство «Новости Грузии», вынудили покинуть митинг. После этого Квирикашвили заявил, что расследование гибели школьников будет возвращено в МВД.